Сберегаем вместе. Акция под таким названием сегодня прошла в юбилейном парке. Всего посадили 18 деревьев. Участие приняли более 100 человек. Это жители города, волонтеры общественных организаций и государственных учреждений. В их числе сотрудники Сбербанка, которые помогли с приобретением саженцев. Для высадки были выбраны рябины, клены, березы и дуб. Это те деревья, которые не подвержены вредителям. Напомню, ранее в парке пришлось срубить более 300 сухих ясеней, которые были повреждены насекомыми. Мы активно всегда, как Сбер, участвуем в экологических мероприятиях. На совете директоров мы узнали о том, что юбилейный парк поврежден вредителем, как бы в связи с этим необходимо посадить деревья в соответствии с определенным дендрологическим планом. Я думаю, с нашим участием парк станет еще более зеленым, как бы восстановятся те деревья, которые были повреждены, и станет здесь дышаться легче, а летом будет комфортнее прогулки. В посадке приняли участие и руководители города. К событию примкнули многодетные семьи, а также семьи, которые прожили вместе более 65 лет. Каждое вновь посаженное дерево обозначено именными табличками. Мы будем приезжать сюда поливать, ну, в месяц 2-3 раза, для того, чтобы наша рябина выросла. И осталась память правнучки. Потому что рябина – одно из наших любимых деревьев. Сегодня замечательная акция «Сберегаем вместе», и мы продолжаем озеленять наш юбилейный парк. На сегодняшний день уже посажено 162 дерева. Мы продолжаем посадки и планируем, что к концу посадочного сезона, а это примерно конец сентября 2024 года, мы закончим озеленение этой территории и перейдем на новую территорию.